Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Авдотьи, Авдотья Малиновка. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память преподобной мученицы Евдокии Римлянами. Празднуется обретение мощей праведного Алексея Борсурманского Пресвитера. Совершается память святых семей спящих отроков Максимилиана, Ямвиха, Мартиниана, Яна, Дионисия, Ексакустадиана и Антонина, мученика Елеуферия Византийского, обретение мощей святителя Арсения Эрастонского, архиепископа и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется икона Божией Матери Казанская, Пензенская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родится в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.